Вот мы взяли стимулятор роста циркон, налили воды в такую баночку для замачивания семян, добавили туда 0,1 миллилитр циркона, это 4 капли. Будем замачивать семена перед посевом. Семена айвы обыкновенные, замочены в растворе циркона перед посевом в открытый грунт под зиму. 11 ноября высеяли семена айвы обыкновенный в открытый грунт для прохождения семенами естественной стратификации. Появление всходов будем ожидать следующей весной.